Тверской области в следующем году школьную форму бесплатно получат более 21 тысячи детей из многодетных семей. Бесплатным комплектом будут обеспечиваться учащиеся всех классов с 1 по 11. Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке. Комплект состоит из 6 вещей. Для девочек начальных классов это жакет, юбка, сарафан, 2 блузы, жабо. Для средних классов то же самое, но вместо сарафана – жилет. Для мальчиков с 1 по 5 класс – пиджак, брюки, 3 сорочки, галстук. К каждому комплекту приложен значок с символикой Тверской области. На выбор предлагается форма 4 цветов – синего, черного, серого и бордового. Наша задача, чтобы все это было сделано вовремя, приняли специальные дополнительные меры и сроки. Это июнь месяц, это август месяц, это уже контрольные в сентябре точки. Если кто-то вновь будет включен в состав многодетных семей, это будет еженедельная проверка в течение сентября до 1 октября соответствующего года.